жару. Какие-то ребята, какие-то сосиски. Посмотрите на эти сосиски. Какие-то сосиски, которые хотят меня схавать. Просто сосиски, которые хотят меня съесть. Такого я еще не видел. Да, вы представляете, а вот опять эти зомби ползут, которые... Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы поиграем вот в такую вот замечательную игрушку под названием Stickman Gun 2. Меня давно просили подписчики в нее поиграть, но как-то просто не было времени. И из-за длительного моего отсутствия я искупляю свою вину. Ну что ж, в первую очередь хочу рассказать, что игрушка это очень отличная. Попросили меня подписчики поиграть именно во взломанную версию, чтобы здесь можно было отлично повеселиться. Так, ну что ж, давайте, в общем-то, начнем, наверное. Только вот можем, наверное, мы... Давайте купим что-нибудь. Так, так, что у нас здесь? Шапочку давайте купим. Ботиночки давайте купим. Да, в принципе, колечко можем купить. Так, нажимаем сюда и смотрим, что у нас теперь здесь есть. Так, ботиночки есть у нас. Здесь у нас еще есть автомат. Мы можем его апгрейдить. Также можем... Так. Продал, что ли? Нечаянно. Ну, в общем... Так, это я не могу перенести, потому что еще у меня не хватает немножко этого. Тогда давайте купим. А то я попродавал. Так, купим и это. Теперь перейдем сюда. И, собственно, начнем нашу игру. Да что ж такое, я опять продал нечаянно. Подождите, ребят. Как игра просто на английском языке, и я не могу точно узнать, что мне нужно. Ага, короче, я так понял, что первый уровень у нас вообще идет с одним пистолетом только. Так что поехали. Так, ну что ж, давайте приступим. Где наши... Ага, камни какие-то, ребята, камни. Сапожки можно взять, сапожки. Все, сапожки я забрал. Так, все, это была волна, да? Первая. Так, тихо. Ой-ой-ой. Стреляй. Давай. Все. Все волны мы прошли. Отлично. Ой-ой-ой, нет, это третья волна, я забыл. Ой-ой-ой-ой. Стреляй. Все, пулемет их всех перестрелил. Отличненько. Нам остается только забрать монетки. Все, отлично. Так, ну что ж, давайте перейдем ко второму уровню теперь. Так, уровень 2, волна 1.4. Так, поехали. Так, давайте сразу пулемет поставим. О, тут уже чувачки, смотрите, ребят. Тут уже какие-то конкретные чувачки, смотрю, стоят. Ой-ой-ой-ой. Так, пошла вторая волна из четырех. Отлично. Ждем волну. Тихо скакаем. Давайте, стреляй. Да что ж ты не перезарядился? Давай. Стреляй. Давай, убьем их, наконец-то, давай, стреляй. Так, забрали мы, наконец-то, кулончик наш, который нам потом в будущем пригодится. Стреляй. Ой-ой-ой, ребята, куда бежать, я прям не знаю, посмотрите, сколько их. Посмотрите, я был просто не готов к этому. Так что, ребята, извините меня, я был попросту не готов.
Давай, 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 стреляй, 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 стреляй. Так, сапожки выпали, все, забираем сапожечки. И монеточки. Ой-ой-ой-ой. Еще волна. Еще идет волна. Ребята, какие-то зомбаки, смотрите, какие-то ползают с этими скриптами. У меня не хватает, у меня не хватает. Тихо, 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 у меня не хватает. Ай-яй-яй-яй, давайте скакать. Давайте скакать, убегать от них. У меня не хватает этих. Пулемета больше нету у меня, оказывается. А, не, уже есть. Ух, так. Ребята, осталось жизни очень мало. Посмотрите, жизни вообще их нет практически. Их практически просто не существует у меня, этих жизней. А зомбаки скакают и скакают. Ай-яй-яй-яй, ребята, я погиб. Так, и... давайте перейдем в лобби. Продолжим уже с третьего. Он у меня уже открыт. Я уже пытался здесь немножко пробраться. Так, ребята, хочу это. Давайте возьмем... Так, тихо. Давайте перетащим уже эту пушку. Это пока еще нельзя. Сапоги можно апгрейдить. Давайте апгрейдим их. Так. Давайте апгрейдим наше оружие. Так, что еще мы можем апгрейдить? Так, автомат мы еще не можем взять. Нет, автомат мы еще взять не можем. Мы можем взять кулончик. Мы можем взять шапочку, наверное, уже. И пока я думаю... Так, это что у нас? А, это у нас какие-то жизни. Так, ну, в общем... Не важно, это у нас. Пока мы не можем это сделать. Пока мы еще этого не можем сделать, потому что мы не прошли уровни. О, ребята, с автомата намного легче стрелять. С автомата стрелять намного легче. Давай, 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 давай. Так. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, отличненько. Отличненько, все, видите, вот так вот намножко легче. Так, что это за камни ползут? Эти камни мне так не нравятся, так не нравятся эти камни. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо-тихо-тихо. Отлично, отлично, отлично. Ребята, мины-мины, ставим мины. Давай стреляй в этого поганца, который ползет и хочет нас схавать. Давай, 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 давай. Еще совсем немножко. Ха-ха-ха, на мину, поторвался на мине, так тебе и надо. Ой, опять идут эти чувачки зеленые. Стреляй, стреляй, что ты не стреляешь-то в них? Стреляй, конечно, надо стрелять в них. Ребята, ребята, все, меня сейчас сожрут. Посмотрите, сколько их, я не могу даже скакать нормально. Стреляй, 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 стреляй. Так, пулемет, пулемет, вызываем пулемет. Ай-яй-яй-яй. Так, 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 тихо, тихо. Так, осталось чуть перезаряжай, давай, стреляй. Фух, ребята, четвертая волна из пяти. Это очень сложно, очень сложно. Ой-ой-ой-ой. Бегут, бегут. Так, короче, да все, все, мне уже хана. Я уже ничего не успею сделать. Я не умею даже скакать высоко. Это уже означает, что... Ко мне пришел конец. Ай-яй-яй. Ребята, на последних вздохах я играю, потому что, реально, посмотрите на мои жизни. Их практически вообще у меня не осталось. Так что давайте... Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Стреляй, стреляй, стреляй. Давай-давай-давай-давай-давай. Их практически уже... Я умер. Так, для... ребята, для того, чтобы продолжить, мы должны посмотреть какое-то видео. Ну, мы его выключим. У нас есть 10 секунд. Ну, а в это время я хочу вам сказать, ребята, что если вы еще не подписались на мой канал Вечное Детство, обязательно это сделайте, и вы станете сразу же моим другом. Ну что ж, давайте, ребята, продолжим играть в нашу замечательную игру. Да что ж такое, я опять не могу никак... Ну, УЗИ уже у меня есть с автоматом. Намного лучше, чем с пистолетом, потому что пистолет вообще как бы очень слабый. Очень слабый. А этих еще можно перемочить. Ой-ой-ой-ой. Не успел я скачать. Так, все. Ой-ой-ой, еще ползут, ползут. Ребята, я думал уже все, они ползут и ползут, представляете?
Как так-то? Ползу. Ребята, у меня жизни мало, не хавайте меня. Меня сейчас хавают, захавают и все. Давай, давай, стреляй, выстреливай всех. Давай, давай, мину, мину, на мине подорвался. Давай, давай, скакает, еще и скакает. Он ползает, еще и скакает. Ну, дает. Еще и скакать ты будешь на меня. Ой-ой-ой. А на тебя, вот так вот. Ты не ждал? Перезаряжаемся. Отлично. Отлично, дорогие друзья. Отлично. Так, ребята, мы открыли новый уровень. Так что давайте посмотрим, что у нас здесь. Уровень 4. Ого, тут 7 волн, ребята. Вы представляете, тут 7 волн. Ого, какие-то змеи, ребята. Какие-то змеи из камня. Или что это такое? Ого, ну дают, ну дают. Вот это да. Так, собираем денежку. В принципе, денег у нас и так миллиард, так что нам, в принципе, все равно. Ну, змеи дают. Так, третья волна из семи. Ой-ой-ой-ой! Бегут, бегут, бегут. Ну, змей намного легче убить, чем вот этих гоблинов, которые с позвоночниками оторванными бегают и хотят меня съесть, которые прыгают. Вот змеи мне еще нравятся. Четвертая волна из семи. Нормально. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убивали всех, отличненько. Давай, 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 пулемет, пулемет, бери. Ой-ой-ой, убегаем, убегаем. Бой, бой, бой. Так, ребята, шестая волна из семи. Это будет серьезный бой, очень серьезный бой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, одни змеи ползут, да что ж такое-то? Так, ребята, седьмая волна, это самая... Короче, я так понял, самая последняя и самая такая боевая будет волна, где нам предстоит сразиться не только со змеями, но и со всеми, кто здесь вообще присутствует. Ой-ой-ой, стреляй, стреляй. Ого, ребята, вот это их много. Ой-ой-ой, еще один, дайте я припрыгну их. И будем отстреливаться как-нибудь, перезаряжаемся. Ай-яй-яй. Вот так вот, отлично, отбиваемся, отбиваемся. Давай, где наш пулеметик? Отлично, ребята, отлично, ребята, и мы прошли уровень, и мы прошли уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте теперь, что ж мы можем? Мы можем какую-то пушку сюда или не можем? Новую. Вот такую. О, ребята, у нас есть новый автомат, а это просто не может не радовать. Это просто супер. И теперь мы можем с вами... сражаться с новым автоматом. Да? А ну. О, так ты что? Отлично. Отличненько. Отличненько. Так, а как выйти в лобби мне? Выйти, выйти в лобби. Странно. Вот это. Exit map. Вот, все. Так, ну что ж, и давайте перейдем на новенький уровень. На пятый. С новеньким автоматиком. Теперь мы зададим им жару. Какие-то ребята, какие-то сосиски. Посмотрите на эти сосиски. Какие-то сосиски, которые хотят меня схавать. Просто сосиски, которые хотят меня съесть. Такого я еще не видел. Да, вы представляете, а вот опять эти зомби ползут, которые схавать меня хотят.
Ну, сосиски дают. Если бы я не взял новый автомат, я бы, наверное, не смог бы отбить от них атаку, потому что конкретно так они стреляют. Так, третья волна из пяти, дорогие друзья. Ого, вот это сосиски хавают меня. Не успеваю ничего делать, ребята, быстрее скакай. Быстрее скакай. Не успеваю ничего абсолютно. Так, четвертая волна из пяти, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Скакай-скакай-скакай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте-давайте как-нибудь. Давай-давай-давай. Я не хочу проиграть. Стреляем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, если бы здесь еще и скакать нельзя было бы. Я даже и не знаю, что бы я делал. Ай-яй-яй-яй. Стреляй. Или это пальцы какие-то. Или это сосиски, которые хотят меня просто... Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пулемет. Где мой пулемет? Так, ребят, последняя волна. Последняя волна. И нам надо как-то отстреливаться. Ого, они повсюду. Они просто повсюду, ребят. Они просто повсюду. Они просто повсюду. Отлично, ребята, мы прошли с вами этот уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, ставим комментарий. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был Юра, пока!